люди, которые способны унести нас в другие миры посредством мелодий, движений и картин. Люди, которые взращивают в нас чувство прекрасного и делятся частью своей души. 25 марта по всей стране чествуют работников музеев, школ искусств, библиотек и театров. Традиционно сотрудников культурных учреждений собрали в художественной галерее, чтобы поздравить с праздником и наградить лучших из лучших. Ваша коллаборация опыта, мудрости, талантов с молодостью и дерзостью реально рвет просто все стереотипы. Традиционно мы слышим самые высокие отзывы о нашей сфере культурной на всех площадках, не только в пределах Нижегородской области, но и далеко далее. Первая бомба, да, Виктор Иванович? 49-й, да? И появление театра. Это вообще фантастика. Это ровно точно так, как появление объекта 46-й и библиотеки Маяковского 46-й. То есть удивительный город с удивительной историей. И как это все переплелось, и как это на самом деле идет совершенно рядом, рука об руку. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить. Я хочу вам всем пожелать большого здоровья, потому что сегодня оно всем нам очень необходимо. Я хочу вас призвать к тому, что каждый на своем месте сегодня должен честно, вот просто честно делать свою работу. Председатель городской думы Антон Ульянов отметил, что последние события в мире подсвечивают нам необходимость сохранения и развития языка, продвижения ценностей и традиций. Оттого еще ценнее вклад представителей культуры и искусства в воспитание подрастающего поколения и поддержку горожан. Помимо вот того, что вы заставляете нас как-то немножко уйти вот в высокие материи творческого порыва своей работы, но вы еще являетесь теми людьми, кто закладывает или позволяет сохранить вот этот вот наши корни, наше то, из чего мы растем и то, куда мы двигаемся. За это вам особая благодарность. Профессионализм наших сотрудников музеев, музыкантов, вокалистов, актеров и библиотекарей подтверждают многочисленные награды разных уровней и интерес саровчан к культуре и искусству. В библиотеке имени Маяковского специалисты ставят перед собой задачу приобщить жителей города к книге, регулярно продумывают мероприятия, организовывают выставки. Книга – это источник мудрости, источник знаний, источник совершенно разнообразной, нужной и полезной информации. И, конечно, мы стараемся это донести до наших горожан, до саровчан. Всегда очень рады, когда мы видим заинтересованные, восторженные глаза читателей, которые открывают новую книгу и с удовольствием ее читают. Лучшие работники культуры получили почетные грамоты и благодарственные письма. Творческий подарок для присутствующих подготовили педагоги ДШИ номер 2, организовав небольшой концерт. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.